А, ну, я, значит, как вы знаете, Коваль Ярослав, мне Прошу прощения. исполнилось 39 лет. Да. Я благодарю всех, кто пришел на мой день рождения, кто меня снимает, кто поздравил меня, кто не поздравил меня. Я всех благодарю. Я, значит, хочу пожелать всем счастья, мира, добра, радости, любви. Я уже давно определился, что я общественный эндорфин и буду нести радость и свет неординарности и супервысокие ноты для тех, кому это надо и кому это близко. Мне 39 лет, и я хочу, чтобы в этом году быть лучше, чем предыдущим, лучше, чем 38, или хотя бы не упасть и не быть хуже, или лучше, или остаться на уровне. Но я так подумал, что я справлюсь, я буду лучше, чем в том году. Желаю бесконечного счастья и бесконечной любви. С вами Куголик Ярослав. Молодец. Дорогой Ярослав, поздравляю тебя с праздником, днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, хорошего настроения. Очень рада, да, что в этот прекрасный день, 18 декабря, это один из лучших дней, как бы. И я хотел сказать, что я тебя поздравляю, желаю счастья, здоровья, крепкого, хорошего настроения, всего самого лучшего, самого прекрасного, самого замечательного, самого-самого. И я желаю тебе счастья. Тебе исполнится, я так понимаю, 39 лет, правильно? Исполнилось. Да, исполнилось уже. Вот, но ну, я тебе вчера вечером звонил, вот, я тебя поздравлял, ты помнишь, вот, я тебе Да. сказал, что ты придешь, все, сегодня, видишь, тоже огоньки, все Я на видео, первый елка гитару стоит, видите, собрал. там наверху елка стоит, очень, как бы, и я хочу сказать вам всего самого лучшего, чтобы у вас было все замечательно, у тебя, и вообще, чтобы, в принципе, и, конечно, поздравляю, желаю счастья, здоровья, все такое, вот, мое тебе поздравление. Какие-нибудь высокую ноту сможешь? Нормально так? Супер, блин, Да, нет, я могу классно. еще и выше, но как бы, да, как бы, я думаю, этого достаточно будет, потому что... Сколько баллов можешь Супер, поставить? вообще 10 баллов. 10 баллов. Вот видите, как Круто, замечательно, да, очень обалдеть. хорошо. Браво. С праздником, Яра, поздравляю тебя, счастья, желаю хорошего настроения и всего самого прекрасного, Ярослав. И чтобы у тебя было все прекрасно. Вот, пью для этого. Кока-кола.